Шестой сезон недели моды «Аспара Fashion Week» стартовал в Меркентском районе Жамбылской области. В течение 4 дней свои модные коллекции платьев и костюмов представят именитые кутюрье из 40 стран мира. Основная цель мероприятия – продвижение отечественных и азиатских дизайнеров на мировые подиумы. Самым ярким талантам партнеры «Аспара Fashion Week» предоставят возможность участвовать в 12 неделях моды по всему миру. В этом году пандемия внесла коррективы и в неделю моды. Шестой сезон показов проводится в онлайн-формате. В прямом эфире зрители смогут насладиться не только коллекциями ведущих дизайнеров мира, а также ознакомиться с достопримечательностями Меркентского района. Сегодня свои работы представят именитые кутюрье из Китая и Юго-Восточной Азии. Они покажут большое разнообразие нарядов, в которых переплетается современный городской стиль с национальным. Главной целью нашего проекта является это продвижение казахстанских дизайнеров на мировые рынки, а также продвижение традиций, культуры, достопримечательностей Казахстана в мировое сообщество. Это параллельно вместе с модой всегда идет такая вот концепция. Неделя моды «Аспара Fashion Week» объединила сотню дизайнеров одежды из 40 стран мира и свыше 30 международных экспертов. Новую коллекцию одежды от Казахстана представит дизайнер Айдархан Калиев. Модели продемонстрируют наряды в оранжево-синих тонах. Обязательная деталь и отличительный знак работ – стилизованный казахский орнамент. Именно этот подход сделал коллекцию дизайнера казахстанским брендом. Эфиопия, как и Казахстан, тоже многонациональная страна, и это отражается на культуре, одежде. О казахской моде знаю не понаслышке, благодаря казахстанским дизайнерам. Для меня лично эта неделя моды – хорошая возможность еще раз встретиться с моими коллегами, правда, в режиме онлайн. Я могу здесь почерпнуть что-то новое для себя. Я уверена, что это будет уникальная неделя моды, хотя и проходит в цифровом формате. Хотелось бы приехать снова в Казахстан. Там талантливые дизайнеры, благодаря которым весь мир узнал о казахском костюме. Они создали тысячи вариаций стилизованной народной одежды. Я бесконечно влюблена в казахскую культуру, казахскую природу. Она вдохновляет дизайнеров. Завершится неделя моды 10 октября. Участники проекта смогут получить не только продвижение, но и реализовать свои авторские изделия на азиатских и европейских шоурумах. А самым ярким талантам предоставят возможность участвовать в 12 неделях моды по всему миру. Катерина Иващенко, Азат Байтимир, 77 News.